Всем привет, ребята! Мы группа Open Kids. Мы безумно рады вас видеть. Совсем недавно мы узнали ситуацию. Не очень информацию. Да. Мы также были в шоке, как и вы. Мы не ожидали это вообще услышать. Мы не думали, что когда-нибудь группа Open Kids может такое пережить. Именно 3 года назад, когда создавалась наша группа, я даже не могла этого представить. Вот когда я это узнала, у меня был шок, и я даже, если честно, расплакалась. Много вопросов на Ask, мне приходят в комментарии, вы пишете, я не знаю, у меня более 100 с чем-то вопросов. Вы спрашиваете, почему мы не отвечаем. Мы еще не успели, поэтому мы записываем для вас это видео. Реакция какая у нас была? Был вопрос такой. На самом деле, Юлька, что? Я была в шоке, и я расплакалась. Мы с девочками очень сильно были шокированы этой информацией, потому мы как-то стараемся это забыть или что-то. Мы пытаемся просто как-то перешагнуть себя и начать работать дальше, потому что у нас скоро сольный концерт, и мы должны показать то, что мы научились за эти много лет. Самый главный вопрос, который приходит к нам, это причина. Почему? Да, почему? Причина состоит с того... Ребят, вы не представляете, как нам об этом тяжело говорить, но с другой стороны, мы хотим рассказать вам всю правду. И главное, чтобы вы все нормально поняли и не начали там придумывать себе какие-то истории, что так-то, не зная правды. Да, поэтому мы решили заснять это видео и сказать правду. Причина состоит в том, это решение Викиной семьи. Викиной семьи, то, что она ушла из группы и... С семьей все хорошо, с Викой тоже все хорошо. Не придумывайте какие-то страшные ситуации, все нормально. Просто так сложились обстоятельства. И был такой еще вопрос, то, что будет ли набираться еще какой-то состав или будет какая-то девочка. Пока мы сами точно не знаем, но после Нового года, если будет кастинг, то мы вам об этом скажем. Ну, много вопросов очень приходит. Я даже не знаю, что говорить сейчас, ребят. Ну, в общем, мы останемся пока вчетвером, будем дальше работать и стремиться к своей мечте. Сольный концерт будет вчетвером, и, как Юля сказала, после сольного концерта, может быть, будет кастинг, но мы все равно стремимся к своей цели, достигаем своих вершин. И главное, чтобы вы оставались с нами и поддерживали нас. Это самое. Да, не уходите с Китеров. Я очень много начала читать. Я уйду с Китеров. Группа Open Kids остается. Да. И жизнь продолжается. Так что спасибо за просмотр. И надеемся, то, что вы не грустите. Вы нас поняли, вы услышали. Не нужно додумывать чего-то. Мы вам сказали правду. И самое главное. Мы желаем Вике и ее семье также удачи, чтобы у нее тоже все получилось. Или все у каждого своя дорога, свой путь, каждый выбирает свою судьбу. Свое направление, правильно. Мы любим друг друга, остаемся вместе. Главное, любим вас. Да, пока. Ребят, пока. Спасибо.